Здравствуйте. Сегодня хочу поделиться собственным опытом. И темой нашего разговора будет мышечная скованность. Занимались лечебной физкультурой, фитнесом, появилась мышечная скованность. Это не мышечная боль, но она вызывает определенный дискомфорт, скованность в движениях, фаза плато, когда мышцы не растут больше. Этот определенный дискомфорт мешает сну. Что очень важно, перепробовали всевозможные методики и ничего не помогает. Даже обратились к врачу. Врач назначил лекарства, которые расслабляют мышцы, но все без эффекта. Что я могу посоветовать вам в этом случае? Используйте методику постизометрической мышечной релаксации. Это очень эффективная методика. Воздействует она на мышечное волокно, воздействует она на фасцию, что очень важно, обладает обезболивающим эффектом. Вот этот секрет давным-давно используется в мануальной терапии, в кинезиотерапии. Такую методику вы можете использовать как самостоятельную процедуру, либо использовать в комплексе с чем-то еще. Что очень важно? Постизометрическую мышечную релаксацию вы можете использовать как скорую помощь при мышечной скованности. Что означает постизометрическая мышечная релаксация? Это расслабление мышцы после изометрического сокращения. Когда мышца в напряжении 10-12 секунд, но без движения, что очень важно, а затем вы расслабляете мышцу и чувствуете настолько сильное расслабление, что никакая другая методика подобное расслабление не дает. Как я уже сказал, таким секретом давным-давно пользуются в мануальной терапии, в кинезиотерапии. 1-2 дня проработав наиболее важные мышечные группы, никогда больше вы не будете чувствовать никакой скованности после всех ваших тренировок, будь то это с малыми весами, либо с большими весами. Попробуйте, проверьте на себе и расскажите своим знакомым. Если это видео было вам полезно, ставьте палец вверх, подписывайтесь, чтобы не пропустить мое следующее видео. Всем спасибо, всем пока!